Наш выпуск продолжит дайджест новостей ДНР. Прифронтовые районы республики вновь подверглись обстрелам со стороны ВСУ. В Червоногвардейском районе Макеевки ранены 4 мирных жителей. Повреждены как минимум 15 зданий, газопровод и несколько линий электропередач. В результате обстрела полностью обесточен поселок Зайцево. Повреждены 10 домов, сообщила глава поселковой администрации Ирина Дикун. 13 сентября в Донецкой Народной Республике завершен процесс выдвижения кандидатов на участие в предварительном голосовании «Праймерис». Регистрация кандидатов пройдет с 14 по 17 сентября. В Донецке образованы 514 округов, сформированы 208 участковых комиссий. Предварительное голосование в республике назначено на 2 октября. Напомним, праймерис в Донецке предшествуют местным выборам в ДНР. Они не противоречат Минским соглашениям, носят предварительный характер и призваны прояснить общее настроение и предпочтения жителей. Проводятся в соответствии со стандартами ОБСЕ. Сотрудники Минтранса ДНР и государственного предприятия «Донецкая железная дорога» проводят обследование всех железнодорожных переездов на территории республики. Первоочередными задачами у нас стоит восстановление железнодорожных переездов на автомобильных дорогах приоритетного направления. То есть именно те дороги, которые являются связующим звеном между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, и которые ведут направление Российской Федерации. На трассе стратегического значения Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк два ЖД-переезда на участке между Харцизском и Макеевкой уже отремонтированы и соответствуют всем нормативным техническим требованиям по обеспечению безопасности.